Фу, тогда надо к мосту падать сюда, к мульти. В этот райончик. Давайте, раз, два, три. Я ко второму мосту на всякий случай. Давай. Аж минуту где-то все займет. 3 минуты с половиной хватит полутаться. По идее, должны вот здесь вот лодочки быть сразу. Да, наблюдай лодку. Две даже. Да хера меня откинуло, блин. Да блин. Ага. Вань, ты пешком или к нам? Я на машине. Добро. Рудик, ты как? На лодке. Давай. Смотри, зона военка. Мы, в принципе, залутаемся в Приморске, потом до военки нам там копейки будут. За 50 секунд, я думаю, мы доплывем. Хотя... Нормально. На абордаж. Не-не, давай. Не стоит этого делать. Знаешь, у меня ворон весит много просто, мы медленнее едем. Да, да, да. Хотя смотри. Оп-оп-оп-оп. Интернет-то у кого быстрее, давай проверим. О, Рузик. Эх ты. Тут не интернет, а ФПС. Пинг. У меня ФРСов мало. Сейчас 86. Да вы что-то вообще слабочки какие. Ой, смотри, доехал уже. На военку туда тоже на машине поедешь. Только бензин найти. Ага. Ай, мы вдвоем тут не влезем, наверное. Ха-ха-ха. На военке, когда зона сходится, это весело. У нас там сколько? 2, по-моему, победки было. На военке. Прям красивые такие. Тебя вы гоните. Кончилось горючее. Когда мне до города 30 метров. Я лодку сразу выкидываю, тут бензы мало. Ну, у меня тоже тут плевок. Тут еще вон справа, да-да-да. Нормально, в принципе. Эту я поставлю, на этой мы... А, вон там УАЗик, смотри, стоит еще. Ясен. Так, ну я магазин. Рузик. Ангар и так, да. А, чуть дольше плыли, чем надо было. Ай, ну ладно. Мне уже нравится ангар. Ну, а мне это... 4-кратка. А мне 8. О, СКС-ка, слушай. Я ее не люблю. Ну, мне можешь дать. Халявусы сладкие. А вот возьму и сам буду бегать. Пробуем. Я то уже модификацию для нее нашел. Ну, 416-ю поменяю, ты же знаешь. У меня же запросы скромные. Да, ну да.
Опять рандомно патроны на М-ку валяются. Я уже третий раз подряд нахожу. Без М-ки. О, третий рюкзачок. Приятная неожиданность. Так, здесь чекнули, здесь чекнули. Аптечка, Калужников. Это вот издевательство. Захожу во второй дом, по одной пачке только раздают патроны. Во-во-во, такая же тема. Такая же херня. Без оружия. Да-да-да. Что-то они тут намутили. Так, давай дальние домики посмотрим. Да, народу мало. Лут говно, конечно. Пять 56 лишний есть у кого? Да. Ну хоть медицина нормально нашел, уже радует. О, еще аптечка большая. Так, что нам этот домик подарит? На лопате нам подарит домик этот, похоже, дым. О, Калужников, хорошо. Мне только надо М-ку, конечно, какую-нибудь. Хотя бы калаш патронов набрать побольше. Вот тебе, пожалуйста, штурмовая. О, синие кеды. Калаш кому-нибудь нужен? Ну я только не шел. Сейчас на тебя точку кину. Давайте сворачиваемся потихонечку. Охренеть, ты далеко. Третий шлем, надо же. Что за фрезы какие-то непонятные? Что это такое? ФРС не приседают, а фризит. Нездоровая тема. На каком этаже там он лежал? А, он меня тут скинул. Так, еще. Погнали тогда. Так, тебе надо на М-ку, да, патроны, Форд? Да. Держи. Ну, спасибо. Мне надо СКС. А, уже все. Уже не дам. Плохо все. Второй шлем. Кому надо, у меня здесь домики. Может, договоримся, я тут 416-ю нашел.
Ну я думаю нет, я уж патроны отдал. Так, уже зона. Да, 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 пошли. По пилюлечке сожрите там. По баночке вкусненького. А-а-а! Тут надо опять заходить. Наверное, с пляжа будет самое удобное. Ваня говорил, что он на машине пойдет, да, по-моему? Не помню такого. Ну, это канистра, если что. Мы тебе тут скинули канистру. Да у меня есть. Но через мост мне ехать что-то не хочется. Давайте шустрее, Рузи, где-то там. Энергетик сожрал, Рузик, да? Нет, пиздец какой-то. И патрон не очень, и медикаментов нет. Слушай, у меня две аптечки. Одна большая аптечка. Зато броню только большая. Слушай, доки, блин. А, гора, скорее всего. Хотя, может, даже у воды будет. Тебе что на СКС надо? Компенсатор или пламя-гаситель? А что лучше? Ну, пламя-гаситель. Пламя закрывает, компенсатор, а дачу? Я думаю, компенсатор лучше. Значит, компенсатор, да. Еще увеличенный магазин есть. Быстрого доступа. Вот, нормально. А восьмиградку вот я не дам. Не, мне не надо. Ориентировочно вот на меточку на желтую, там идеальный пляж просто. Там и домики есть. Огонь. Огонь. Сейчас заправлю. Давай. Недоступно в воде. Так что ты выпрыгнул-то? Я заправил. Внутри прямо? О, все, я огонь. Заправил. Кто слил бензин весь? Уже полбака было. Да. Этот бачок течет. Да походу. Помните вот это вот слева место? Ну, да. Топовое, да? Дроп спереди, кстати, будет сейчас. Вижу. О, сейчас залутаем. Угу. Даже никого нет у него. И лодочек нет. Недавно упал. Я представляю, кто-то с берега плывет так долго, и мы тут подъезжаем, забираем. Вот такая печалька. Но. Молчит, значит, восьмикратку нашел. Нет, у него уже на спине вон болтается. Что там, пулемет? Лучше. АВП? ЛМ. М40. Че, все забрал, да? 24-ка. Медикаменты были? Шприц.
А то у меня даже бинтов нет. Что шприц делает? А? Лучше, чем этот энергетики вроде. Да. А, усиливает персонаж на 100%. Нормально. Че есть у кого лишние медикаменты? Ну, аптечку могу дать. Тоже аптечку могу дать, и болеутоляющий. Скинул. Спасибо. Че, Рузельда, давай иди чекай тогда, раз ты у нас такой. Я кинул болеутоляющий. По семикратках весь. А, ты мне там хотел что-то на СКС-ку дать, кстати. Исток, плавигаситель. Ну ах ты какой хитренький. Давай. А то на М24 так все заебись пошло. Главное, чтобы теперь это все реализовалось. Она мощнее, чем АВМ? Чего она? Мощнее, чем АВМ. Слушай, АВПшка, да... В принципе, такая же. Такая же. Понятно. Здесь что, здесь могут на маяке тусить, могут ехать на машине слева, могут в домиках сидеть спокойно. Скалы я прочекал, там чисто все. Хотя домики закрыты все полностью. Кстати, вроде же где-то здесь бак со скалой. Да? Так, что с зоной, смотри, да, новая. Да, где-то тут то, что внутрь скалы можно залезть. УАЗик передает. Я вырубил. Ага, да. Хорош. Пердак ему. Можно наверх скалы зайти, потому что они сейчас... А, вон они дальше поехали, все окей. Ну, вот вовремя. Это мы втопили в него. Ага. Отдали нам жертву, пацаны. Какой-нибудь есть какой-нибудь прицел? Любой. Калимата есть. Дроп спереди падает. Я случайно выкинул его. Я могу двухкатку дать. У меня лишний есть. Бля, по мне хуярят. Дал ему в башку. Но он еще за камнем в третьей карте. Попал в голову. Это еще один. Так, еще стреляют. Слева, сверху. С СКС HP. Это те гоблины, наверное. Сверху, по-моему, вижу. Стой. Да, вижу. Да. За деревом. Спускается вниз. Блять! Рядом, рядом, рядом. Хлопути, хлопути, пожалуйста, пожалуйста. Я вырубил его сейчас. Давай, давай. Там блин! Откуда? Прикройте, он сейчас будет лутать. Он ползет, он за камнем возле меня. Рузик, смотри, я подойду поближе. Хелпаните, пожалуйста. Лежит он. Слева, слева целит, слева целит. Есть, в голову его вырубил. Беги, наших подымай. Как там? Он выдержал выстрел? Он за камерой лежит до сих пор. Не, я вырубил. Же его шатнул. Нет, вон он лежит спокойно. В смысле спокойно? Я вырубил его в голову. Вот он за камнем лежит спокойно. Он за камнем целит. Лежит. Он за камнем лежит. Да ладно. Палит тебя. Когда скажу, вставай. Так, слева, 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 Рузик, слева. Вышел, он слева. Он сейчас подниматься будет. Палит он тебя. Поднимается. Хорош. Красава.
Давай быстрее, быстрее. Что, а кого ты тогда вырубил? Их там двое, что ли, было? Я одного вырубил. Я на весь экран написал, вырубайте. Во-во. А, да, их тут двое было. Спасите быстрее. Я сейчас пойду. Все, нет, ты уже не упадешь. Когда начинают хилить, уже останавливается. Не, у меня просто там на долушке хп. А у меня аптечку большую возьми. У меня есть. Ага. Третья каска у комиссара целая. Угу. Так, могу скинуть еще одну аптечку. Вот в одном. Слева, слева, ребят, слева на 210 высадились группа. Вижу. Хилюсь. Вот опять попал, я понимаю, ему насрать. Уходите лучше правее, за холмом. Нахер. Так, у нас за зону справа. Так, они куда ушли? Направо, налево? Наверх. У них нет. 4 гранаты, одна дымоуха. Они просто дальше выше заберутся и все. Ваня отчаянный. Че, наверх что ли пойдем? Да я хотел посмотреть. Ой, почему меня первым убили? Раньше я никогда первым не умирал. Вон, Ваня. Вижу, вижу, вижу. А? Вырубил. Красавчик вообще. Будка, скорее всего, будет. Будка, да-да, вышел из будки. Ай, это откуда было? За деревом. Ага. Хилит этого, хилит этого. Блин, я от вас далеко. Нет, не то, не вижу. Они за дерево уползли. Вон, видишь, слева. Красавчик. Так, Ворон, с левой стороны. Смотри налево, вот дерево толстое. Вот там вот, да-да-да. Правее, правее, не. Справа, 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 справа. Еще правее, еще, еще, еще. Еще. Вот это толстое, вот это, да, там, чувак. Правее еще. У меня камера в небо ушла куда-то, блин. Люблю эту игру. О, зона у меня. Что-то, а где тот, которого я первого вырубил? Вижу, у меня. Ёбаная четырехкратка в упор, это нечто. Это пипец вообще. Сразу умер? Убил, убил. Одного еще выстрел в голову. Бык. Он ползает, а это труп там, да? Зачем я с вами не пошел? А чё, ты умер или чё? Все, валите крузик, да, а чё у вас?
10 человек. Да херово, что мы снизу, конечно. Вообще можете здесь вот за камнями спрятаться и палить тех, кто сверху пойдет. Только не за одними сесть на камни. Ну, Рудика снайпер. Да, да, да. Он да, смотрит. Вы на меня смотрите. Я а вы смотрите вот туда на НЕшное расположение. А он сверху кроет. Ну пока зона не сузилась. Во все стороны смотрит, придется. Ворон, чуть правее сядь, пожалуйста. Посмотрю просто. А, все нормально. Кусты эти долбаные. Блин, я не в зоне тут буду. Рудик, а ты право чекай, блин. Тихо. Девять человек. Они сейчас друг друга перебьют, я надеюсь. Да? Че, победка в кармане, скорее всего. Ой. Ну, ваншот. О, Рудик там развлекается. Сколько ему надо-то, блядь? Сам в шоке. Пять человек, ребят. Две команды еще. Идите выше, зайдите. Да, в зону пошло. На F7 с левой стороны. Бежит, бежит. В ту сторону Рузика. Рузик справа. По дороге, Рузик. Справа, справа, справа. Вот там, да-да-да. Мне надо выше подняться. Рудик, иди налево, поднимайся наверх. А, вон видишь. Чувак по холму поднимается. За деревьями встал. Так, кто у вас там? Вань, правее, правее, правее снизу. Правее. Вот там вот. Прицел включи. Ага. Вырубил. Не добивай, не добивай. Пусть, 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 пусть. Там еще один. Вижу. Блять, ни одна. Он пошел. Выбивай его. Блять, Дима из КС. Да че все какие живучие? О, кстати, тот умер. Это я убил того. Два чувака, ребят, два человека. Зона пошла, зона, бегите быстро. Блять, Рудик бустов. Ай, пиздец, Рудик минус, короче. Нет! Давай, господи, ты ж кашу жрал по утрам, блядь. Ну. Блин. Красавчик, нет, успеваешь. Не надо, не надо. Нормально, нормально, нормально. Давай, 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 давай. Вот это вообще потно просто, жирно, потно. Все. Хилься, давай, смотрю пока. Они могут. Они могут быть в этом, в кустах сидеть все. Да. Так, Рузик. Чисто. Ваня, там, чисто. Да, использую адреналин. Может пригодится. Два человека. Они вы с разных сторон, не... просто нормально. В пати. Обойдите по кругу просто и все их. Вот Ваня молодец. Рузик пошел справа. Ванька, ты давай слева поджимай. Я смотрю за Рузиком. Так, у меня один. Херово. Двое, двое у меня. Они с одной команды. За деревом передо мной. Не вижу. Чуть поближе, Рудик, встань, чтобы в зоне быть. Они сверху пойдут все равно. За камень встань, за камень, за камень, за камень. Ворон тоже, давай туда шуруй, за камень встань. Чтобы в зоне быть. Они просто побегут и вы их
чпокнуть. Прикрывай меня, еще перебегаю. Вот, все, красавчики. Главное теперь. Рудик, есть автомат? Идут. Вот за деревом, да. Но это только один. Смотрите. Второй слева. По рукам. Слева. Ворон, слева. Откуда? Слева, левый чекай. Вот. Понял. Там уже обходит. Нет, ты правый чекай, я лево смотрю. Понял. Дым есть? Красавцы! Вот так вот, молодцы. 4 убийства, 508 монет. Ой. 3 убийства, 491 монет. 2 убийства, 443 монет. 2 убийства, 446 монет. Нормально. Че, красавчики, без меня справились. Эх!